И снова, друзья, приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, друзья, сегодня наша рыбалочка будет происходить на речке Саксагань. И будем мы сегодня пытаться ловить окушка на летнюю удочку с боковым кивком. Значит, вот само удилище, оно трехметровое, телескопическое. Мормышка вольфрамовая, капелька. Наживочка будет червячок. Вот сам кивочек наш боковой. Покупал в магазине что-то 5 гривен, по-моему. Это было в прошлом году. Ну, кто подписан на канал, друзья, помните, да? Я на это удилище ловил на макартах плотвичку неплохо. Ну, в этом году что-то с плотвой не очень, конечно, на макартах было. Пару раз выезжали с товарищем на лодке и не особо. Плотва куда-то ушла. Мы так ее и не нашли. Ну что, друзья, давайте приступаем. Вот такое местечко себе нашел. Уже проверил глубину здесь. Глубина здесь, друзья, 350 миллиметров. Но этого достаточно. Значит, это место я не просто так выбираю. Я смотрю, где мелкая рыба гуляет. Там мы понимаем, что есть рядом и хищник. Так что будем пробовать. Все, друзья, ни хвоста нам, ни чешуи. Не забывайте за лайк под видео, за поддержку канала. Поехали! Друзья, поймали. Кусочек попался. Хорошенький такой еще. С ладошечку. Так, ну, червячка будем менять. Вот. Чтобы был свежачок. Чтобы шевелился. Да, друзья, глубина тут вообще смешная. Я говорю, ну, наверное, 200, ну, не больше миллиметров. Ну, а что? Главное, что мелкая рыбка есть, гуляет. Вот. Ему это достаточно. И главное, чтобы была тишина и спокойствие. Отлично. Вообще червячок замечательно крутится. Так. Еще раз в это окошечко. Пустим. Смотрим. Друзья, как видите, что мы поймали карасика. Карасика поймали. Ух ты. Вот тебе и на. Вот тебе и на, друзья. И карасик проклюнул. Thank you.
так, друзья, я взял удочку подлиннее, 4-метровую, вот, и прицепил сюда экивочек с нашей мормышечкой, всю снасть, чтобы подальше немножко закидывать. Сейчас посмотрим, что там на глубине подальше. Так, есть карасик. Карасик попался. Небольшой, ладошечный. Рыбку я на берегу оставляю. О, сейчас прохладно, она не пропадет. Так что все будет хорошо с рыбкой. Да, там чуть-чуть побольше глубина, где-то 350 миллиметров. Но пока здесь клюет, ловится, менять место пока не будем. Вот. Ну а так вообще-то нужно походить. Вот если б не брала уже, поменяли бы место, походили бы, в других местах попробовали, за камышиком. А если уже глубоко, и в камышиках можно попробовать. Аккуратненько мормышечку опустили и вперед. Поспешил. Кивочек поднимать только начал. Ну, это карасик был. Ого! Блин, хоть бы не оборвать. Мормышку у меня больше нету. Хорошенький. Вот так. Какой красавчик попался нам. Эх, как ему мормышечка нравится. Да, карасик. Немножко подправим. Ну, двигается. Ну, червячок двигается, значит пойдет. Да, надо, друзья, пробовать в разных местах. Я и там, и справа, и слева, посередке. Где видите, например, в камышиках небольшие окошки, и туда можно опускать, пробовать. На одном месте попробовали, нет, не берет, да? В другое окошечко опустили. Там немножко поигрались.
Итак, друзья, заканчиваем нашу рыбалочку. Солнышко зашло, похолодало конкретно. Вот, и клюв перестал. Значит, давайте посмотрим, что мы сегодня поймали на боковой клювочек. 6 карасиков, 3 окушка, ну, и 1 плотвичку. Вот. Ну, в принципе, за вечер неплохо, я считаю. Это за вечер, друзья. Пока солнышко не село, клевало хорошо. Думаю, что если бы поехать с утречка, ну, так сказать, солнышко стало, чтобы грело, то, в принципе, можно и килограммчика 2 поймать. Вот. Да и на месте сидеть тоже на кивочек надо. Если на окушка, то нужно ходить, пробовать. Ну что, друзья, спасибо вам за внимание. Спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки. Ну все, я с вами не прощаюсь. Говорю, до встречи. На рыбалке вам ни хвоста, ни чешуи. Thank you.